На какой? Нет у тебя на вышке. Я на вышке сейчас. Я на вышке. Как? А, под вышка. Там же есть подземный лабиринт. Я в подземном лабиринте. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кошак, Серега, Мув, Даниэль. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, потому что это здоровенный лабиринт. Виктор Кошак будет брать монстров Хендерсона и пытаться нас замочить. Если Петюгу, ждите, приятного аппетита, а мы будем начинать. Жду. Серега, я бегу до вышки. Беги. Зря ты ему выдал свое местоположение. Все, значит, Серега сегодня отдыхает маленько. Димас, жди меня, я бегу к тебе. А он этот, пока он доскачет, уже серия кончится. Ну как сказать, как сказать. Так, я здесь постою просто в уголочку и буду все чекать. Ты что, невидимый стал? Можно и так сказать. Хорошо. Провалился под землю. А, так, он этот, в подземном лабиринте. О, я вижу его, вот он, привет. А ты так не удашь, не ударишь меня, не сможешь. Не дотянусь до Димаса, ладно? Пока что оставим его на отдых. Ха-ха, я тут. На закуску. Да, на закусочку, все. Шашлычок будет. А где он? У нас. Вот он. Потерял? Главное не упасть вниз, потому что это будет плачевно очень. Так, насколько знаю, здесь есть подземный лабиринт. Да. Вы его видите? Я его не вижу. О, ты его подсвечиваешь. Я вижу, подсвечивает его. Что-то сегодня монстр не очень активный, хотя бы кого-то бы убил. Димас, а можно в подземку прятаться? Можно, по всей карте можно. Я побежал. Давай, будешь всю серию сидеть там, мы туда не идем. Ух. Как-то страховато внизу оказаться. О, он уже мочит. Опа, один есть. Прощай. Так, Димас, ай! Я успел. Опа, вниз побежал. Так, что будет Виктор Кошак делать? Упадет вниз, конечно же. Он за мной, скорее всего, побежит сейчас. А он нашел тебя разве? Он тебя не увидел? А он меня, кажется, увидел. Он сейчас молчит. Заметь, как прикид. Да, кстати, когда этот... Монстры Хендерсона молчат, уйди. Значит, они хотят кого-то убить. Или уйти куда-то. Нет, я говорю челику тут. Я тут ловушку подготавливаю, и только после не сломать. Красота. А он за Димасом побежал. Он за тобой побежал? Не знаю. А что ты лукаешь? Серега, ловушка тебе, как она, на леща? А я еще, не ты меня, кстати говоря, убил, хочу забыть. Да? Да. Тут, короче, монстр Хендерсона хочет меня поймать, но так как он прыгает высоко, он не может меня поймать. Тут челик стоит этот с гравипушкой, ему нормально, за Димасом бежит этот челик. Лучше бы за тем челиком, который стоит, бы побежал. Ого, это что за сосиска за тобой бежит, Димас? Да отвали, не говори мне такие слова, я боюсь. Я так бегу со всей силы, еще ты мне тут пугаешь. Ого, там сосиска. Эй, говно, отвали. Кусь. Говоришь на вышку? Хорошо. Да отвалите от меня! Я вас боюсь! Да вы чё, сговорились что ли? Бам! Ах ты говно! Контратака, этот Серёжа. Ну всё, Димас, меня убили, так что я беру пилпак. Да отвалите вы от меня, я добрый человек! Я никого не трогаю вообще никогда в жизни! Я самый лучший! Я его на суши ловлю. Да хватит за мной бегать! Я плыву за тобой. Я тебе морду сейчас набью. Не надо морду набивать. Я в воде тебя бить не могу, понимаю. Вылазь. Понимаешь. Димас, вот она придет, булю. Ля-ля-ля-ля-ля. Настроение, ребята, как всегда классно. Надеюсь, вы смотрите ролик. Улыбайтесь, как мы, и заряжайтесь хорошее настроение, потому что хорошее настроение продлевает жизнь. Ну, Димас, раз уж ты так... Выходит твой старый знакомый, который тебя съест. Ого, во сколько за мной гоняется. Димас, за тобой вышел чужой.
Не, давай без чужого, у нас же сегодня монстр. О, давай сцепишку возьмешь какую-то. Хорошо, статую. Сейчас колобатую. Сейчас возьму. Обосратую колобатую. Обосратую, давай. На нашу сторону выходит SCP. Давай, Серега. Я уже не знаю, сколько я плаваю. Я уже по времени очень долго плаваю. Ну, пока вместе, но это хорошая часть карты, где я могу тащить очень долго. SCP, ДЦП. ДЦП, да. Что за ДЦП? Я возьму, пожалуй... Ого, на бошку приземлился, и жизни потратились. Это жесть, чего еще не видал. Музыка такая страшная, начала играть. Да. Че, я пока сам? Отлично, я пока место тащу. О, нет, за мной куча нет, гоняется. Сам, Димас. Получается, кто остался живой? А, Димас, управлять не могу. NPC. А, не мамода, управляющий, который управляет? Да, ты его. Я, убил. Наверное, удалил случайно. Так что, значит, ну, что? Все. Ну, значит... Значит, убейте меня как есть, пробуйте так мочить меня. Я в воде. Я ваш. Навеки. Не, Серега, без чужого! А давай так на умение в воде сможете убить или нет? А бить не могут они. Не могут бить. Ну, а ладно. Я плаваю, плаваю. Ого, рыба белого характера. Ладно, я выхожу на сушу, пацаны, уговорили. Погнали. Ухожу на сушу. Да твердите вы уже его наконец или нет? Убьете меня или нет? Я на суше вас жду. Да ты под водой, говнюк вонючий. Нет у меня. Нет, он там. Смотри, Серега, где он? В другом конце карты сидит. Ах ты какаха. Нет у меня. Меня нету, я ушел. И смотрите меня на вышке через стекло. Видно меня или нет? Так, так, так. Реально никто не видит меня. Хорошая нычка, мне нравится. На какой? Нет у тебя на вышке, я на вышке сейчас. Я на вышке. Как? А, под вышка, там же есть подземный лабиринт, я в подземном лабиринте. Нашли, пацаны? Я нашел этот подземный лабиринт с трудом. И что, я там есть? Сейчас скажет, о, а вы меня в подземном ищете, а я в верхнем лабиринте. А я на верхнем лабиринте. Да не, я подземный лабиринт. Подземный лабиринт такой же самый, Серега, как и верхний. Знаешь, где Димас? Где? Под водой? А он под водой сидит. Ну, я так и знал. Я же говорил, что под водой сидит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я, Серега, это все время под водой сидел. Я так и знал. Нет, он на вышке. О, сиреноголовый пошел. Ну, давай, иди сюда. Иди сюда. Кто меня может убить? Никто меня не убил сегодня. Представляете, какой я живучий. Лучший игрок на планете. Я рад, что я остался один. Я, кстати, бить могу теперь. Где он? Не можешь ты меня бить. Отвали. Отвали, отвали. А он под водой. А вон он, Тебя сейчас съем. А как ты узнал, Виктор Кошак, что я под водой? А я своей способностью воспользовался и думаю... А какая способность у тебя? А я могу перемещаться очень быстро по карте. Это что за способность такая у тебя? Ну такая, на правую кнопку мыши. Невидимый становлюсь. Ты сейчас своих убьешь. Меня ты не убьешь. Нет, я тебя убью. Не сможешь. Мне нравится, как я убегаю до посинения. Ребята, до последней капельки жизни буду убегать. Окружайте его. Да какой окружай? Не окружите вы меня. Один против кучи монстров Хендерсона. Никто не может меня затащить, конечно же. У меня 86 жизней. Никто меня не тащит. Ну, Димас, сейчас чужого возьму. Не, ну все, я выхожу с воды просто. Я понимаю, что читерство такое дело, придется выходить с воды. Ну, выходи из воды, что ты там будешь? Да ну блин, ну ты меня убьешь. Дайте мне фору, дайте мне какое-то время, чтобы я... Давай, 10 секунд. Ну да, бегу, 10 секунд, хорошо. Тихо, как из суши вылезет. Так, чужого убрали. Все, давайте. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, все. Ого, ускакал. Да твоюшка, лошматки, их у вас много. Отвалите. Видно меня, не? Нет, ты куда-то пропал. Так,
Все, заныкался. Наконец-то меня никто не найдет. Еще ж скин такой себе взял яркий, блин. Ой. Ой. Боже, так нервничаю сильно, как никогда. Я хочу вытащить еще. Хотя бы потащить еще чуть-чуть. Блин! Ай, ну ты говной! Молодец, это по щам тебе за то, что ты надевал. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!